Всем привет, с вами снова Варя. Мы продолжаем бесконечное лето, мод под названием «Ловушка без изъяна». Ну, вот такой интересный мод, если честно скажу. Я такой просто... Сегодня вот я шел с пар домой. И мне такой сразу вспомнилась эта модификация, вспомнилась комментарий один. Я думаю, в некотором случае, да, он прав. Мод очень интересный. Так что мы продолжаем эту модификацию. У нас пока по-прежнему идет первый день знакомства со всеми и наше новое жилище. Всем нам известно. Ладно, продолжаем. Внутри было прохладнее и не так шумно. Это типично советского образца. Стальные железной сеткой. Я улегся на свободную и ощутил приступ ностальгии. На такой кровати я всегда спал у бабушки в деревне. Как приезжал к ней, сразу бежал прыгать на кровати. Она была очень пружинистой. Поэтому дети всегда прыгали на таких. Родители очень ругались, говорили о каких-то пружинах, но разве это интересует детей? Дети просто любят ощущение мягкого приземления и последующего толчка, отправляющего в новый полет. Прям как на батуте. А этот скрип ни с чем не спутаешь. Жаль, что мы выросли. Теперь скрип кровати ассоциируется с другим. Вот так, разглядывая потолок и предаваясь воспоминаниям, я не заметил, как провалился сон. Проснулся я вечером. Голова болела, виски стучали. Как-то обычно бывает. Не следует спать днем, это все знают. Просыпаешься совершенно потерянным во времени настолько, что сомневаешься, какой сейчас год. Забавно, ведь этот вопрос стоит для меня острее всего. Дверь открылась, вырвав меня из раздумий. Проснулся? Ну хорошо, я как раз тебя будить хотел. Ужин сейчас будет. Выдал троекратное «Ура!» на своем животском. Я не стал уж тебя будить сегодня. Натерпелся ты. Но завтра ты будешь участвовать в жизни лаги на 100%. У нас будет вертушка. Вертушка? О, это игрушка какая-то, что ли? Вот завтра на линейке все их знаешь. Какая вертушка, ты че? Если мне с вертуханом дадут, я удивлюсь. На улице неожиданно заиграла музыка, как будто из динамиков. Через секунду на улице послышался мерный гул толпы. Кажется, музыка призывала к общему сбору. Иди скорее, а то все места займут. Знаешь, где слово? Думаю, я просто пойду за всеми. Вожатый вышел, показав пальцем на дверь. Кто пришел, никто больше еду тебе носить не будет. Не маленький. Я подумал, что вот мой шанс покинуть это место. Надо только пойти на остановку и отправиться в пешее путешествие. Но живот со мной не соглашался. По какой-то странной причине все мое естество пыталось прирасти к ногам к этому домику, к этому месту и не покидать его никогда. Вопреки всем здравым смыслам. Хотя, почему именно сейчас? Судя по всему, меня никто отсюда не гонит, даже наоборот. Впереди у меня еще пара дней выходных. Почему бы наконец не провести время не за компьютером? Тем более, кто сказал, что я покину это место, просто пойдя в обратном направлении? Я отогнал мысли и отправился искать, куда же все идут. Найти слово было действительно несложно. Потоки пионеров стекались все в одну точку, как орки в Мордор. Мне осталось плыть по течению. Зайдя двери столовой, я огляделся. Столовая как столовая. Наш кафе было несколько поприличнее, но вот студенческая столовка, что находится напротив, выглядела один в один. Среди толпы я идентифицировал знакомое лицо. Ну, хоть с кем-то будет приятно поболтать. Я подсел к Славе, она сидела с подругой. Привет, Славе. Привет. Познакомься, это Лена, она тоже в нашем отряде. Привет, я Макс. Лена. Застенчивая девочка уткнулась в тарелку, а замену покраснев. И посмотрел на Славе. Но та просто мило улыбнулась и пожала плечами, возвращаясь к еде. Поужинали мы быстро, разговаривали в основном на... отвлеченные темы. Я старался не задавать вопросов, которые мне казалось, они избегают. В голове все еще сидела мысль про инородное тело. Сбесится еще. Какие-то они странности и в то же время до скрипа в зубах простые и живые. Я селился найти в них какие-то нестыковки с реальностью, но единственной нестыковкой был я. После ужина Ольга Дмитриевна объявила на всю столовую. Мой отряд, после ужина все приходим к сцене, будет свечка. Я поёрзал на стуле, вспоминая неприятные ассоциации.
Чего, чего будет? Чего? Свечка? Я покачал головой, показывая, что совсем не в курсе, о чем речь. Насколько это? Рассказывать то, что произошло за день. Насильно. Мимо пробегала Ульяна и, видимо, услышал, о чем речь. А мне нравится. Можно узнать, как кто как относится к лагерю. Это нерушимая традиция всех лагерей. Там улыбнулась мне. А тебе здесь нравится? Я пожал плечами. Большую часть дня я паниковал, был в бессознательном состоянии. Пусть ждала моего ответа. Я лукаво улыбнулся. На свечке все скажем, да? Да, хорошо. А мне еще в доме заскочить нужно. Она убежала, а я поплелся к Сене. Точнее, просто шел за всеми. Среди кучки пионеров, что составили наш отряд, выделилась одна девочка с длинными яркими волосами, подошла ко мне. Сейчас посмотрим, какие мысли идут к ней этот от нашего главного героя Максима. О, боже мой, сейчас опять это надо читать быстро, ё-моё. Привет, привет, ты Макс? Да? Не девочка сказала, как тебя зовут. А я Мико. Ты первый раз? Да. Я тоже на свечке не была никогда. Волнуюсь немного. А ты? Ты знаешь, что я хочу организовать клуб здесь? Ну уже просто уже наклонился так, что как будто сейчас вот так сдует, что он вообще не сможет стоять. Поток слов свалился на меня как снег в июне. Или как жара в начале марта. И ты не единственный, кто здесь лишний, если честно, Макс. Ты о чем расскажешь? Про автобус, да? А будешь про суд начну договаривать? Ой, прости, это, наверное, неприятно тебе, а я, наверное, про то, как приехали или нет. Надо что-то интересное или просто что-то. Она начинает накручивать себя. Успокоить надо, все, надо успокаивать ее. То-то, блин, понесется, мы сдохнем быстрее. Я остановил и взял Мику за плечи. Она пеша удивленно посмотрела на меня. Внимательно посмотрев в ее глаза, я изрек все, что смог. Все будет окей. Все, слава богу. Мику расплыла в свои улыбки. Окей. Ладно, обучилась, может быть, я, кстати, честно, в Англии, ну, не буду ничего не нести. Я кивнул, продолжил шагать. Отойдя от ступора, девчушка догнала меня и собралась уже что-то сказать. Но на плечо Мику опустилась рука. И береги слова для свечки. И, ухмыльнувшись, ушла. Мику, пожав плечами, продолжил путь в раздумьях. На сцене были расставлены стулья, а в середине уже стояла свеча и спички. Ольга видно дождалась всех и начала, понизив голос. Свечка – это традиция всех лагерей. На ней каждый может высказать все, что думает. Но есть правило. Говорит только тот, кто держит свечу. Она зажгла свечу. Давайте начнем. Меня зовут Ольга Дмитриевна, и я ваша вожатая. Я был в этом лагере еще в вашем возрасте, вот. И вот теперь я сделаю все, чтобы ваше пребывание было здесь было приятным. Надеюсь, вы будете образцовыми пионерами. С этими словами она посмотрела на меня. Да почему я пионер-то? Сейчас уже была в руках у Слави. Я очень рада всех видеть. Меня зовут Славия. В нашем отряде собрались очень приятные люди, очень забавные. А так все просто прекрасно. Первый день всегда немного волнительный. Все обживаются на своих местах, заводят новых друзей. Мне очень понравились люди, которые здесь собрались. Только что познакомились, а кажется, что знакомы с ним уже бесконечно много времени. Я надеюсь, в дальнейшем мы все будем делать вместе и подарим друг другу много положительных эмоций. В общем, день мне понравился. Не без происшествия было, конечно. Она засмеялась, другие тоже улыбались, но сохраняя молчание. Ну а какие приключения без происшествий? Она подумала секунду. Наверное, пока все. Спасибо. Кто следующий? Голос ломается. Ладно. Следующая была Лена. Но она не стала говорить, просто передался чуть дальше, опустив взгляд в пол. Кажется, сидеть в сумерках ей нравится больше. Еще держала Ульяна. Правда, начала она несколько недовольна. Ульянка я. А мне обязательно говорить?
Ответом ей была тишина. Похоже, все очень серьезно относились к правилу. Эх, мне все нравится пока что. Живу с Алисой, дружу со всеми. В общем, здорово, что у нас есть ребята, с кем не стыдно в меч поиграть. Да, я все, наверное. На, дальше. Ульяна отстрелялась и побыстрее вручила свечу Алисе. Меня зовут Алиса Двачевская. Она злобно посмотрела на Шурика сквозь тени. А кто зовет мне 2Ч, тому плохо будет. Электроник и фингал, блядь. У электроника на лице красовался здоровенный фингал. Я рада познакомиться со всеми. Ну, там, с новенькими. Здесь хорошие ребята, с некоторыми я уже знакома. Но не об этом сейчас. Первый день особо и рассказать нечего, кроме того, что, надеюсь, смена пройдет очень здорово. Новенький, держи. Она впихнула меня локтем, и я сидел рядом. Чего она от меня хочет? Только с утра голова была мне разорвать. Давай, ты теперь говори. Свечка неожиданно оказалась мне в руках. Все взоры были обращены на меня. Надо было что-то сказать, но я даже не придумал ничего. Гей, честно сказать, не задался. Ну, ужасно его не назовешь. Позитивно. Не будем, короче говоря, как-то негативно на всех влиять, потому что подумаешь, что мы какие-то бесчувственные существа, которые, блядь, все не нравится, все это хуйню. Пускай все думают, что мы нормальные. Что ж, действительно, сегодня не без происшествий, я улыбнулся. Из-за пламени свечи было плохо видно, ответил ли кто улыбкой. Честно признаться, я не думал, что окажусь здесь. Как по взмаху волшебной палочки. С утра я вообще не собирался ходить куда-то дальше назначенного маршрута. И посмотрите на меня. Сижу в пионерской форме в лагере, где-то далеко-далеко от цивилизации. При этом. Жил себе в своем мирке, пока неведомая сила не привязала меня сюда, в волшебную страну. Где, похоже, все счастливы находиться. Может, это и к лучшему. Здесь приятные люди, свежий воздух. Мысли о прошедшем не атаковали меня неожиданно. Чем я здесь вообще занимаюсь? Они потеряли ли меня знакомые? Возможно, меня уже ищут. А где? Кому я вообще нужен? Мне даже не пишет никто первое, если только на смену не нужно выйти пораньше. Но все же, я занимаю здесь чье-то место. Боже, но я так гладко в жизни брился. Что за дела? Жалко только рюкзак. В автобусе телефон оставил. Все, наверное. Спасибо. Ладно, я передал свечу по кругу. Толик? Что? Да ну. Меня зовут Толик. Я не рассказывал примерно об одном и том же, в основном, и я их уже не слушал. Я только сейчас очнулся от иллюзии. Наверное, до этого работал какой-то защитный механизм, заступляя мое восприятие действительности. Почему все тогда более спокойно, даже очень рады моему присутствию? Где я? Я умер? Так и выглядит пристанище душ. Но чувствую я себя вполне живым. Тогда в чем причина? Масоны? Вселенский разум? Что могу вообще выдернуть меня из реальности и перенести сюда? Может, я вообще сплю и вот-вот проснусь с тупой головной болью и сухостью во рту? В таком случае сон затянулся. Нет, это не сон, не смерть. Руки мои определенно стали намного нежнее, а голос как будто выше. Это даже не мое тело. А где тогда мое? Этот лагерь действовал на разум. Его обитатели, летние зной, ощущение свободы. Как мед. Обволакивали разум, не давая трезво мыслить. Как только я пытался протестовать, внутренне я всегда думал, что я хочу находиться здесь, и тут мне самое место. Теперь же мое пребывание здесь беспокоило меня не более, чем реклама в браузере. Неприятно цепляет глаз, но если игнорировать, то все так, как и должно быть. Может, и прошлой моей жизни не было, а настоящее это? Наверное, не стоит пока углубляться далеко в причине и просто смотреть, что будет. А свечка заканчивалась. Последний выступил Мику. Говорила долго и много. Что-то про вкусную еду, поездку в автобусе, да и вообще о каждой травинке, которую она сегодня видела. Под конец Ольга Дмитриевна забрала у нее свечку и задула. После этого все разбрелись по домикам. В основном в тишине. Может потому, что все уже было сказано? На меня навалилась усталость. Я сегодня весь день хотел спать. Будто прошел пешком целый марафон. А может, это дал себе знать хронический недосып? До домика дошел без происшествий.
Я настолько устал, что о побеге сегодня можно было не думать. Опять же, меня никто не гонит. Упав на кровать, я почувствовал, как усталость, словно свинцовое одеяло, придавили к кровати. Странно спать здесь, в незнакомом месте. Непривычный матрас, непривычный запах, звуки. Все как во сне. Может, сейчас лягу спать и проснусь в автобусе? Подушка приняла меня как родного. Закрыв глаза, я слышал, как Ольга Дмитриевна желает мне спокойной ночи, но, кажется, я уже перешел точку невозврата. Мне снился сон. Там был лагерь. Там был автобус. Там была Ольга Дмитриевна. Были девочки. Я говорил с ними, помогал им, смеялся. Но это был как будто не я. Я чувствовал, что здесь должно быть кто-то другой. Я кто-то другой. Сон сменялся многими картинами. Медпункт, сцена. Какие-то пещеры. Я долго бродил по пещерам. Кажется, им не было конца. Уже было потерял надежду найти выход. И тогда кто-то взял меня за руку. Женская рука. Она была мягкая и необычно теплая. Мне не хотелось ее отпускать. Я не видел, кто это был, но я чувствовал ее вселенскую грусть. Она плакала. Я чувствовал, как будто мы были одно. Нам очень больно, и мы переживаем потерю. На моих глазах выступили слезы. Хотелось обнять ее и не отпускать больше никогда. Успокоить. Защитить. Я понимал, что не могу ей помочь. Могу лишь следовать за ней. Девочка посмотрела на меня. Я не мог это увидеть, но откуда-то знал. Она больше не плачет. Она следит за мной. Я проснулся посреди ночи. Как обычно, пытался найти телефон под подушкой. И почему будильник меня не разбудил? Скорее всего, я рано проснулся, и можно поспать еще часик. Телефон под подушкой не было. Должно быть, забыл на столе у компьютера. Я встал. Компьютера не было, как, впрочем, и стола. Да и комната осталась в моем воображении. Я стоял в темноте посреди лагерного домика. В соседней кровати размеренно сопила вожатая. Привычная картина, подсвеченная фонарями ночного города за окном, заменена на глухую темноту. Значит, все же я еще в лагере. Вроде что-то сжимало, сдавливало, но жгут. Вспомнился сон. Вселенская печаль обрушилась на меня, словно водопад, прихватив дыхание. У меня бывают сны, из-за которых приходится переживать по полдня. Но не настолько же сильно. Мне нужен воздух. Выйдя из домика, я присел на ступеньки. Да что же я? От всех этих чувств предательский комок застрял в горле. На глазах снова выступили слезы. Я смахнул их рукой и сам от себя рассмеялся. Раньше за собой такое не замечал. Вот-вот заплачу, как какая-то девчонка. Чек бы порвал мою эмоциональность. Вспомнилась та девочка сна. Помню, как она выглядела. Будто не мог разглядеть лица. Не помню ее теплые руки. Но помню ее теплые руки. Пущий покой. Она была похожа на добрую фею, которая поддерживает самый темный час. На улице было хорошо и прохладно. Ты же ветер колыхал кроны деревьев, создавая фоновый шум этой ночи. А еще горели звезды. Тысячи светящихся точек на небе усеяли бездонное синее небо. Кто же ты такая, интересно? И почему я вообще решил, что девчонка реальна? Уж не начал ли я верить в сны? Хотя сюда, ведь я как-то попал. Чем черт не шутит? Чем ты так расстроена? Мог бы я тебе помочь. А ты лишь шумели деревья. Я встал и уже собрался зайти обратно. Как почувствовал на спине пристальный взгляд. Стоя лицом к двери, я явно ощущал, что сзади кто-то есть. Страх поразил меня, не давая мне двигаться. Я ясно понимал, что я не хочу встречаться лицом к лицу с ночным гостем. Все мое нутро говорило мне войти в домик и забыть об этом. Но нездоровое любопытство заставляет повернуть голову.
Да, я боюсь пауков и немного темноты. Давай, Макс, ты же не делай, девчонка! Сглотнув и набравшись духа, я медленно в духе хоррор-фильмов обернулся. Рюкзак! На спинке уличной лавочки мерно висел мой рюкзак. Больше никого. Только ветер, только деревья. Рюкзак резал глаз. Рюкзак резал глаз. Будто не должно быть здесь. Выглядел настолько неестественно, сколько это возможно. Выпадал из стройной системы счастья и спокойствия этого лагеря. Но одна мысль особенно настораживала. Сам ведь ты сюда пришел. Клянусь, что когда я выходил из домика, его тут не было. Справа никого, и слева, кажется, пусто. Лишь ветер шумит листом. Приближаясь к рюкзаку, я медленно озирался вокруг. Кого? Я схватил рюкзак и привычным движением повесил его на плечо. Нет, никто не напал. Не отвалилась ветка, вопреки моим ожиданиям, вообще ни звука. Я вернулся в домик, иногда отглядываясь. В домике все так же спала вожатая. Может, кто-то из пионеров добыл мой рюкзак и, не знаю, в каком домике я живу, просто оставил его посреди дороги? Даже звучит глупо. Да откуда взял? Приезжал автобус, привез его обратно? Значит, автобусы тут все же ездят. Меня обманули? Точно! Телефон! Не могу написать кому-нибудь! Я быстро стягнул рюкзак и вывалил содержимое кровати. Ну вот, телефон, пара ручек, зарядка, кофта. Если на работе будет холодно. Книга, которую дала мне знакомая. И какой-то пакетик? Что это? Вроде легкий. Я развязал узелок и учил аромат ягодки. Прибыли ягоды. Немного, но ягоды очень крупные. Ягод я давно не ел и точно помню, что с собой их не брал. Гостиница от пионера? А может, отравленные? Только вот зачем? Избавиться от меня его завет можно было? Разберемся. Я спрятал ягоды за кровать, а сам взял за телефон. Телефон на проверку оказался без связи. Настолько без связи, что даже экстренный вызов нельзя было сделать. И сел на кровать. Или правда. Кажется, спутники еще не придумали. Утро мне разбудила Ольга Дмитриевна. Вставай, Максим, на линию опоздаешь. На куда? Это как на 1 сентября, что ли? Ну да. Только это лагерная линейка, она обязательно для всех. А теперь иди мывайся, а то будешь последним. Последним куда? Ответа я не получил. Похоже, у Ольги Дмитриевны были дела поважнее. Но она оставила мне пакетик с умывальными принадлежностями. Умывальник я нашел быстро. Ведь рядом с ними толпилась куча пионеров. Не пришлось занять очередь. Доброе утро, Макс! Как спалось? И кто-нибудь задорно улыбался. Как вообще высыпается? Я обмылся ему во все свое заспанное лицо, блядь. Эо, доброе утро. Как спалось? Дела бывали получше, знаешь ли. Это твой парень, я его видел на свечке. Кажется, он сказал, что его зовут Шурик. И тебе утро доброе. Шурик, да? Привет, Макс. Ты знаешь, что в лагере будут занятия в кружках? Хочешь записаться к нам на кружок кибернетики? Я рассмеялся. Вы там чего, роботов собираете, что ли? Ну да. Это еще такие охуели, как будто бы ты пророк великий, блин. Они перегнулись и улыбнулись мне. Действительно, а чего я ожидал? Он к нам мяч пинать придет. Ленка почти незаметно протискивалась сквозь свою очередь. Похоже, эта шустра уже успела умыться. На футбольной площадке будет мяч, у нас мало людей. Приходи в футбол играть. Да я не решил еще. А может к нам? В театрный кружок. Скука! На самом деле, вполне интересно. Мы обсуждаем книги, цитаты и вообще. А Женя с вами будет, да? Шурик пихнул его в бок. У нас робот. Электроник вздохнул, а Ульянка ухмыльнулась. Ой, какая очередь. А вы про кружки говорите, да? А знаете, у меня тоже кружок будет. Музыкальный, да-да-да. Я пою и играю почти-почти на всем. Я Алиса сказала, что ко мне придет. А давайте вы тоже придете. Будет так весело. Мне некого на клавиши посадить. Вот бы кто-нибудь. Нику никогда не теряет своей энергии. Столько слов я обычно за все утро не произношу, а тут за два предложения. Она уколкнулась мне и как бы случайно отвлеклась на кого-то из очереди. Ой, она испарилась.
А Шурик с Электроником вдруг начали обсуждать детали постройки своего Т-1000. Или чего там они делают? Падлы меня оставили. Похоже, я единственный, кто не смог отвертеться от разговора с Мико. И теперь она заливала на меня свой словесный водопад. И давай даже ставить слово. Что за такая промывка плохо для здоровья? В играх обычно я блокировал особо болтливых. Нужно было придумать что-нибудь, пока я с ума не сошел. Так, в общем, мы... Ой, это почему такое, блядь, сразу такой... Так, в общем, мы написали эту песню, ну не знаю, она вначале мне не нравилась, потом вроде ничего такая, только переиграть немножко. Мне что так тяжело вставать было, а тут еще вожатый идет, он попросил слово поддерживать, ну хоть поговорить будет с кем. Мико! Эврика! А. Сука! Эврика, а. Я стал на бордюр повыше, как и лично бородник. Леди и джентльмены, эта прекрасная девушка нужно дежурить перед завтраком. Не будете ли так любезно пропустить ее вперед? Те тут же закивали, они были совсем не против. Спасибо! Нихуя хитрожопый это Макс, если честно, блин. Ой, да не стоит, спасибо, Макс, да я бы сама как-нибудь... Она раскраснелась. Иди, иди, опоздай еще. А мы, знаешь, так есть хотим. Уянка где-то в конце толпы залила смехом. Пока я ждал своей очереди, успел посмотреть пару снов. Пал, естественно, стоя. Умывальники работали на все... Не все. Ребят говорили, что это по поводу... По этому поводу. А, что по этому поводу. Мол, пьяные поводились крутить их в бок или вверх, чтобы сполоснуться. Я снова протер глаза. Вот начался второй день в этом концлагере. Ну а как еще? Я сюда не хотел. А выпускать мне, похоже, никто не собирался. С другой стороны, как бы никто не держал. Справедливости ради, нужно отметить, что было не так уж и плохо. Тебе нужно найти единомышленников. Ни один Витя попал в эту временную ловушку. Вода в ванне оказалась крайне холодной. Это не скрободрило. Я собрался почистить зубы странной пасты клубы баночки. Но только я открыл крышку, как наружу выспалась мука. Это что, шутка такая? Это зубной порошок. Она стояла за соседним умывальником. Что? Мне пасту зубную из нее самому готовить, что ли? Чем же ты до этого зубы чистил? В деревне. Она цокнула языком и демонстративно показала, как правильно. А затем пододвинула свою банку мне. Да, хоть уму-разуму научу. Спасибо. Должен будешь. Кажется, с утра она намного спокойнее. Рано, обычно наоборот бывает. Повторяя все по инструкции, зубная паста готовилась в один момент прямо на щетке. А-а-а! Несложно, кажется. Венера, не опаздывайте на линейку. А вот и надзиратель. Наскоро дочистив зубы, нужно было отправиться к площади, куда уже подошло большинство пионеров. На линейке все выстроились в шеренгу на большой площади перед памятником Генда. Это вообще кто? Я ждал тут Ленина или на худой конец Горбачева. А тут Генда стоит. Понятно, Генда стоит. Кто же его посадит? Венера, слушайте внимательно. После завтрака мы готовимся к мероприятию, будет вертушка. По всему лагерю будут расставлены станции. На станциях будут задания и конкурсы. А, вот что за вертушка. В конце всех станций будет посчитано количество заработанных очков и будут призы. Проходить вертушку надо будет подвое. Поэтому найдите себе пару заранее. Всем все понятно? Ольга обидно говорила что-то еще, но ее уже никто не слушал. Толпа пионеров загудела, словно пчелиный улей. Многие начали брататься прямо в строю. Еще больше ребят в растерянности смотрели по сторонам. Не все успели найти себе друзей за день. Я посмотрел на свой отряд. Толик с Электроником стали уже чуть ли не в обнимку, давая всем понять, что выбор сделал. А девчонки вот пока не проявляя особой активности. А, тут можно, смотри, пойти со Славой, пойти с Алисой, пойти с Ульяной, пойти с Леной. Не знаю, если честно. Ну и можно не пойти никуда. А Кира не такой, блядь, активный. Что там вообще, эта вертушка пушит, никуда. Я решил, что никуда не пойду. Может, можно отпроситься у Вова Дмитриевны.
Но подойти и спросить я не успел. Через динамики начала играть какая-то ненавязчивая мелодия. Похоже, сейчас будет завтрак. Давно пора. Я чувствую, что у нас Ольга Дмитриевна сейчас как пинком даст, что кого-то точно поставит. А тут кого-то будет... Это для нас будет секретом. Вся площадь неожиданно пришла в движение. И они как по команде снялись с места и отправились по направлению к столовой. Все, что оставалось, это плыть по течению. На завтрак была каша. Такая обычная соловская каша в обычной для нее среде обитания. Сиди не пристает с Леной. Привет. Привет. И сразу же наступило неловкое молчание. Как-то надо с ней поговорить, что ли? Как спалось? Хорошо. Выспалась? Да. Круто. Так. Ну, в смысле, это здорово. А, ну да, конечно. Такая неразговорчивая. С ней, похоже, нелегко найти общий язык. А ты идешь на вертушку? Она подняла на меня глаза. Да, наверное. И она опять уткнулась в тарелку. Торт. Положение спасла Алиса. Ну, как спасла? Сделала все еще сложнее. Отодвинув стул ногой, она села со своей порцией и пронзила нас с Леной взглядом. О чем разговариваете? Лена не ответила. Так, говорили вертушки. Алиса надменно посмотрела на меня. Ну и как? Еще с кем идти? Да я думаю еще. Может, со всеми пойду. Ну так думай быстрее. Да, ты прям показываешь, что давай выбери меня, что ли. Ты... С этими словами она вскочила с места и пересела от нас за другой стол. Да что вообще происходит? Это утро так на всех действует. Молчаливое напряжение я доедал свой завтрак. Для Лены, похоже, это было абсолютно нормой кушать в тишине, даже не глядя друг на друга. Не сказать, что я часто ем с кем-нибудь в компании. Совсем молчать все же было дико для меня. Даже кусок горла не лез. Поэтому я поспешил удалиться из столовой. После завтрака вернулся в домик. Я так и не даю эту субстанцию, называемую кашей. И плюхнувшись на кровать, достал телефон. Связи все еще не было. Набор экстренного звонка 112 давали лишь короткие гудки. Как и 02, как и 911. Что же делать? Не то чтобы мне не нравилось это место, но и домой вернулась охота. Однако я всегда считал, что раз попал в паутину, дергайся поменьше. Может, паук и не придет. Поэтому решил просто посмотреть, что же будет дальше. Хоть все и выглядит нормально, но все же тут куча нестыковок. Почему все делают вид, что парень в куртке и в шапке в автобусе? Это нормально. Почему меня обманули, что сейчас автобус не ходит? Моя рука нащупала что-то шуршание под кроватью. Блять, тут... Ягоды. Самые обычные ягоды в пакете. Которые оказались в рюкзаке, неизвестно как попавшие на тропку перед домиком. Я попробовал на запах. Пахло прекрасно. Похоже, чтобы их кто-то отравил или еще что-то. Самые обычные крупные вкусные ягоды. Что ж, русский авось. Есть все равно хотелось. Я включил плеер на телефоне и воткнул наушники в уши. Медитировать под музыку с земляникой было необычно, но приятно. Надо бы дома так почаще делать. Хотя, где в горе тебе достанешь хорошие свежие ягоды? Не знаю, кто собрал для меня эти вкусности, но спасибо тебе. Я улыбнулся. Наверное, я проезжал так около часа, потому что очнулся от того, что кто-то вынул наушники из уха. А ты как догадался, что это наушники? Вот тут она очень странная, если честно. Максим? Ты чего беруши воткнул? А, подумай, ты беруши. Почему готовиться не помогаешь? Девочки вот, все бегают, а ты тут лежишь. На своей спине так тебя не ведет. Да, даже здесь не отдохнуть спокойно. Это напомню времена, когда родители вырвались с комнаты с целью заставить меня что-то делать. Но родители могли мне лишить карманных денег. А что могла вожатая? Выгнать из лагеря? А я посмотрю на нее, как Джокер смотрел на Бэтмен на допросе. У меня ничего нет, чем ты можешь мне угрожать? Его смех так и прозвучал в голове. Но я решил не идти на конфликт. Раз уж девочки работают, а я нет. Кроме того, может, это мой шанс, чтобы пригласить на вертушку. А чем помочь-то? Чем помочь? Иди, Славя, найди и спроси у нее. Так точно, товарищ вожатая. Отсалютовал я, комично вытянувшись по стойке смирно, и она отмаж, отдав честь и вышел из домика. А, да, никуда я не пойду.
Я сюда не по собственному желанию сюда попал и работать во славу Красной партии точно не собираюсь. И решил, что раз тут я тут не по своей воле, то и работать не буду. Лагеря созданы для того, чтобы в них отдыхать. Вот я и буду отдыхать. Местное табло с примитивной карты лагеря показывало то, что здесь есть хороший пляж. Туда я и направился. Только пришлось идти в обход площади, чтобы не попасться Славе. Она милая девушка, но сдаст мне вожатый при первой же возможности. Придя на пляж, я видел несколько пионеров, загорающих на песке и еще побольше в воде. Ведьма также прячется от работы, как и я. Глядя на их наряды для купания, я понял, что мне загорать нечем. Ну и ладно, можно просто погреться на солнце, это помешает. Так что я снял рубашку и обувь, прямо в пионерских шортах развалился на песке. Солнце нещадно выжигало глаза, дабы я не отвел взгляд. Вот это было невозможно, поэтому я прикрыл веки и наслаждался звуками легкого бриза и вселяющихся пионеров. Это успокаивало. Жаль, что я не догадался забрать наушники с собой. Ярко. Греешься на солнце? Ко мне подошла какая-то пионерка. Я хотел открыть глаза, но солнце было слишком ярким, а двигаться мне пока уж никак не хотелось. Да, греюсь. В общем, ты совсем не готовишься к чему-то. Знаешь, не любите больших компаний. Я тоже. Ну и ложись рядом и просто слушай ветер. Я слышу мягкое шуршение песка рядом. Больше я ничего не услышал. Успокаивающий звук прибоя вновь занял главенствующее место. Я даже засомневался, разговаривая я с кем-то и просто задремал. Только вода, пионеры и ветер. И что ты слышишь? Что? Я немного встрепенулся от неожиданности. Теперь по голосу почувствовал, девчушка действительно лежала рядом его очень близко. Ты слышишь ветер? Что ты слышишь? Казалось, протяни я руку, я бы мог ее задеть. Но какая-то это странная пионерка. Что странно в ее голосе? Ничего, просто ветер. Это успокаивает. Пионерка ничего не ответила. Наверное, обдумал мои слова или пытался расслабиться. Я всегда был не особо общительным. Раз уж я перекинулся с кем-то хотя бы пара фраз, то надо бы и имя узнать. Я обернулся на живот. А как тебя зовут? Ты из какого отряда? Ну, рядом никого не было. Вокруг меня вообще никого не было. Только пионеры в отдалении. Я посмотрел на солнце и прикрыл головой рукой. Надо бы панамку какую взять, что ли? Видимо, все же я уснул на солнце. Со стороны площади послышалось, что музыкальное произведение, обеденное. Ребята на пляж похватали свои вещи и побежали к домикам. А это значит, что и мне пора. Я оделся и направился к столовой. А, Юлька пришла. Все дороги в лагере ведут столовую. В столовой и в обычное время всегда крутится народ. А во время приема пищи соотношение в день на квадратный метр переваливается за все рамки. Поэтому всегда нужно торопиться занять место получше, иначе может не остаться. Мне же в этот раз места хватило рядом с электроникой Шурика. Привет, ребята, приятного аппетита. Я поехался на место и плотно взялся за свою тарелку супом. Удивительно, дома ее совсем мало, а тут как с цепи сорвался, есть хотелось постоянно. Может из-за стресса? Ты готов к вертушке? Ты знаешь, что за приз? Это классный торт! Хотел бы я выиграть! Мы с Электроником тоже участвуем. Ты ел? Почему мне стало так смешно, что я ел подаю... Что я еле подаю свой мешок. Да вы всех позади оставите. Взял бы с собой робота за вас болеть. Ладоши хлопать. У него еще даже рук нет. Сашурик даже не понял, что это шутка. А ты с ним пойдешь? Я открыл было рот, чтобы ответить, как к нам подсел Диана. Я к вам, больше мест нигде нет. Как так? Мне казалось, что тут ты самая первая всегда. Ой, Дмитрий заставил, помимо всего прочего, еще и мечи мыть. Она недовольно хмыкнула. Тебе поработать повезло. Ты это на что намекаешь? Что лентяйка и бесполезная? Я покачал головой в знак того, что не хочу нарываться. Однако, ей показалось этого мало, и она пнула меня ногой под столом. Оу, ты чего? А нечем мне подкалывать. Так кто бы еще про подколу говорил? А чего я? Я тебе не подкалывал. Ха! А давай Ойла спросим. Все, ребята, давайте есть. Надо набираться сил перед соревнованием. Уж не хочешь ли ты попробовать отнять мой торт? А вдруг мы выиграем? Мечтай. Ребята, вы чего шумите? Ничего.
Вожат посмотрел на меня. Я тут заметил, Макс, что где ты там... Я тут заметил, Макс, что где ты, там всегда разговор на повышенных тонах. В чем дело? Я у Дилера развел руками, показал на пустую тарелку. Как видите, Ольга Пинтера, я кушал. Ну, хорошо, заканчивайте и встретимся через час на площади. Те дружно закивали. Видишь, Ульяна, это из-за тебя все. Ульяна снова двинула мне ногой под стол. Было больно. После стола я отправился, ну, конечно, отдыхать от обеда. По себе я отметил, что не прочь бы сыграть раунд другой с интернет-друзьями. Но, как я понимаю, интернет еще не изобрели, а компьютеры сейчас представляют из себя шкафы размером по стену. Но среди этих темных времен есть маленький лучик прогресса, который исходил из экрана моего телефона. Я включил на нем какую-то игрушку офлайн и занял себя на ближайший час, развалившись в шезлонге рядом с домиком. Слушая чудесное пение птиц, конечно же. Так я просидел, пока не заметил, что потоки пионеров опять пришли в движение. Кажется, начинается, надо тоже пойти. Настало время идти на площадь, но желания никакого не было. Посмотрим, что там у нас произойдет на этом вертушке. Мы это глянем только на следующем. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, с вами Славян Варин, и это бесконечное лето, мод под названием «Ловушка без изъяна». Второй у нас вертушка.